Ослабление рубля может стимулировать экспорт продукции транспортного машиностроения, заявил сегодня Дмитрий Медведев на совещании по перспективам развития этой отрасли в Твери. Там премьер в том числе посетил вагоностроительный завод, где осмотрел его возможности. Глава Кабмина также лично оценил новые трамваи, которые производят на заводе, и их внутреннее оснащение. Посидел на водительском кресле одного из них. По словам Медведева, правительство продолжит программу поддержки железнодорожного машиностроения. Уже утвержден новый план на 2016 год. Программа содержит ряд важных позиций. Это, во-первых, запрет на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Эта мера уже реализуется, и рассчитываю, что в результате ее применения подвижной состав будет обновляться своевременно и качественно. Во-вторых, субсидирование инвестиционных проектов по производству инновационных грузовых вагонов. И в-третьих, чтобы не допустить неоправданно резкого роста цен на перевозки, мы будем возмещать операторам затраты на приобретение новых вагонов. На эти цели заложено до 7 миллиардов рублей.